Говоря о сформированной системе госслужбы, следует отметить, что выстроенная модель в целом позволяет решать основные задачи, которые перед ней поставлены. Хотя это тоже не застывшая система. Она постоянно совершенствуется. А проблемы, если они и возникают, чаще всего связаны с недобросовестным отношением к своим обязанностям, отсутствием должной дисциплины. Недопустимо, чтобы в глазах населения управленец ассоциировался с кабинетным чиновником. Он должен быть ближе к людям, нацеленным на решение конкретных проблем человека. То, что в адрес администрации президента продолжают поступать жалобы на бюрократию, волокиту, к сожалению, красноречиво говорит, что практика формального общения или отписок все еще существует. И к этому мое отношение известно. Эффективно решать поставленные задачи для руководителя любого ранга – это лишь половина успеха. Также важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятое решение и причины возможных проблем. Ответить на любой, в том числе неудобный вопрос, как населению, так и представителям средств массовой информации. Сегодня же некоторые руководители, в принципе, боятся, как я уже сказал, видеокамеры или микрофона журналистов. Знаю, в академии обучают навыкам общения с журналистами, работе в импровизированной телевизионной студии. Безусловно, современный руководитель обязан обладать такими компетенциями. Тем более сегодня, когда так стремительно развиваются информационные технологии, и они являются одним из действенных инструментов для решения многих задач государственного масштаба. Важно уметь эффективно использовать в работе интернет-ресурсы, анализировать общественное мнение и реакцию на деятельность местного управления в социальных сетях, на новостных форумах, а также использовать эти ресурсы в государственных целях для реализации важнейших созидательных проектов. Кроме того, грамотный руководитель должен уметь видеть и поддерживать живую инициативу на местах, аккумулировать вокруг себя лучшие предложения и идеи, помогать их в реализации, использовать потенциал науки, экспертов в своей сфере. В этой связи от управленцев ожидается большее, чем прежде, публичность и деятельное участие в социально-политической жизни регионов.